Переводной экзамен – так можно назвать первенство спортивного центра «Старт» по плаванию в ластах, которое состоялось сегодня в бассейне Дворца водных видов спорта. Более 100 юных воспитанников отделения подводного плавания центра «Старт» должны продемонстрировать своим наставникам все, чему научились за прошедший год. Сезон завершается, и по итогам сегодняшних соревнований будет ясно, кто добился прогресса и заслуживает перевода в группу более высокого профессионального уровня. Соревнования переводные. Переводные. Мы должны побить свой результат. А если не побьем, ну, могут отчислить нас. Ну, что нужно для того, чтобы результат побить? Чтобы нужно результат побить, нужно тренироваться. Поэтому у нас есть не только вода, но и сухая. Вы уверены в своих силах, мальчишки? Да. Да. В соревнованиях принимают участие ребята 2003 года рождения и младше. Дистанция для всех одинаковая – 50 метров в классических ластах. Помимо плавания в ластах, отделение подводного спорта культивирует также плавание в моноласте, спортивный дайвинг и подводную борьбу – акватлон. Тренеры уверены в успехе своих подопечных, ведь уходящий сезон продемонстрировал, что мордовские подводники не просто на равных конкурируют с сильными спортсменами из Москвы, Питера и Перми, но и завоевывают в соперничестве с ними медали самого высокого достоинства. Сезон получился очень хорошим. Даже немножко мы не ожидали, потому что конкуренция растет большая. Когда мы ездили, мы говорим про подростков, детей, ездили на первенство России по спортивному дайвингу, мы вот взяли 7 медалей, дети норматив выполнили мастер спорт, 7 человек тоже, других при том. То есть многие уже мастерами ребятишки ехали. Вот. И, в общем-то, этот сезон мы заканчиваем очень хорошо. И также, вы знаете, на акватлоне на чемпионате России у нас 3 медали из 4 наших спортсменов, которые были, участвовали в этом чемпионате. Так что, как бы, у нас такой, можно сказать, подъем по результатам и по подготовке. По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях у девушек стали Валерия Ченкова, Виктория Полежаева, Ксения Русакова и Вероника Каргина. Лучшими среди юношей были Максим Жигунов, Сергей Макаров, Артем Трофимов и Андрей Потанин. Анастасия Мишкина, Александр Дзюзяев. Наши новости.